Радости жителей 50-го дома по улице Терешкова нет предела. Горожане до сих пор не могут поверить своему счастью. Лифт, не работающий более 25 лет, в скором времени будет заменен на новый. Вопрос был поднят жителями в ноябре прошлого года. У нас лифты не работают. У нас один подъезд вообще обесточен. Там только коробка стоит. Да, вообще люди, старики ходят на 9-й этаж. Аким города побывал в этом районе города и встретился с жителями. Воспользовавшись случаем, горожане и сообщили градоначальнику о том, что пенсионеры ежедневно вынуждены пешком преодолевать 9 этажей, чтобы попасть в свои квартиры. Габидулла Абдрахимов пообещал разобраться с ситуацией и запустить лифт в течение 2 месяца. Я вам даю поручение. 2 месяца срок, чтобы здесь поставили лифт. Спустя 2 недели работы по реконструкции лифта начались. Работы ведет компания «Шымкент Лифт». Объект будет сдан в эксплуатацию уже в ближайшее время. Я говорю, он так его сдержал, что мы даже вообще не ожидали. Обещание было где-то неделя, месяц-два, а тут уже моментально, вот друг за дружкой, прям нарастающим комом, сразу улица включилась, свет сразу в этот же день, когда приезжал Аким города, а лифт буквально через неделю стали делать. Пенсионеры многоэтажного дома рады, что им больше не придется убивать свое здоровье на ступенях 9-этажки. А после сдачи объекта в эксплуатацию старики намерены по очереди охранять лифт от вандалов. Милый ты мой, ну как же не сложно, вот у меня и ноги болят, и возраст у меня такой. Я вот раньше, ну лет 5 уже прошло, поднималась спокойно. А сейчас я иду еле-еле, во-первых, у меня уже одышка, все. Ну сами поймите, 81 год, очень тяжело. За качеством строительных работ ежедневно следит специалист жилищной инспекции, а работы должны быть завершены в срок. Бахром Абдуллаев, Талгат Абдинабиев, Роман Примкулов, информационная служба телекомпании «УТРАР».